Добрый день, друзья, не добрый день, недруги. Вчера вечером записывал свою золотую рыбку с Каредовшим Назаровым. Пока выставляли свет, задал ему вопрос про трех его коллег. Про Артура Смолянинова, Чулпан Хаматову и Илью Ахиджакову. Послушайте его в ответ про Артура. Вот насчет Смолянинова. Вы говорите, что зачем про него говорить? Много чести. Он на минуточку, его американская пресса называет русским Рэмбо и любимцем Путина. То есть они из него сделали фигуру знаковую. И как, значит, мы должны про него говорить. Ну, я не уверен, что он для американской прессы на самом деле такая знаковая. Ну, он написал там одна газета. Слушай, ну... Нет, в NBC, в эфире NBC упоминали. То есть ну, так NBC, вот. А что NBC? Что угу. Это прям... Ну, как актер он, как вы можете его оценивать? На мой взгляд, средний. Угу. На мой взгляд, средний артист. Я ничего такого. Ну, профессиональный артист, но я не вижу в нем там. Ну, когда он говорил, что ему все равно, если от России останется радиоактивный пепел, он давал себе отчет о реакции зрителей, его я там, не знаю, поклонников. Он производит впечатление, вы не пишете, надеюсь? Не-не-не, это только для себя. Сюда пишешь, да. Я не могу выразиться тогда, все равно. Почему? Мне-то можно. Есть такое выражение, русский чудак на букву М. Ну да, есть такое, да. Щадящий, но он просто... Я не знаю, надо быть полным идиотом, чтобы такое. Ну, человек просто хайпится, или он действительно так думает? Вот я понять не могу. Для меня вот. Не знаю, не могу понять. Может, и думает, кстати. Mm-hmm. Может, и думает. Ну, в принципе, он, можно сказать, свою биографию-то закончил. Почему? Он сейчас, вот я был в Испании, он сейчас там выступает просто с аншлагами. Ну, все равно это все закончится. Здесь все равно, как худо ли нет, не бедно ли, но он был строил свою биографию. Ну, он вернется. Да. А что такого? Вот это не надо. Ну как, Алексей Серебряков вернулся? Ну, Серебряков таких заявлений все-таки никогда не делал. Насчет радиоактивного пепла? Ну, да. Серебряков все-таки, да, у него были. Я сам по его поводу, помню, высказывал, что не следует там, и что-то его там критиковал, но он все-таки не делал таких вот апоплектических заявлений. Это просто... Я не нахожу слов. Меня удивляет. Ну, мне, честно говоря, поэтому совершенно он не интересен. Вот вы говорите о нем, а мне это вот он абсолютно неинтересная фигура для меня. Вот просто я даже никаким образом обсуждать его и создавать ему очередной какой-то этим путем. Как бы какой-то, как это пиар называется, да? Ну, в принципе, вот я пиар, вот своей биографией, вот я ее заработал за много лет. Ну, там есть у меня какие-то свои, наверное, люди, которые мне доверяют. Вот разговаривая о нем, я создаю пиар. Зачем мне это нужно? И вам это зачем нужно, журналистам? А я не хочу, чтобы он вернулся. Потому что вот если эти вещи не педалировать, не рассказывать, он потом после всех этих гастролей возьмет и вернется нормально. И будет получать в фонде кино деньги, в Минкульт будет его спонсировать, будет там на Мосфильме у вас сниматься. Потому что мы о нем как бы не говорим, и все помним его как по девятой роте. Он все-таки главную роль сыграл в культовом фильме. Ну, во-первых, он не самую главную сыграл. Одну из ключевых. Ну, одну из ролей он сыграл. То, что такое, и что там прям такого было сверхъестественно. Я, кстати, его в девятой роте и не запомнил. Я Федя Мудрочка запомнил. Вот больше всего я его забыл. А всех остальных так. Артем Михалков, помню, там, Пореченко, его, кстати, я даже и не помню. А как вот вы относитесь к тому, что говорят, что надо теперь люстрировать вот фильмы, вырезать Ахиджакову из «Иронии судьбы», да Смолянинова из «Девятой роты»? Я есть... даже в отношении Смолянинова не хочу его вырезать. Ну что из-за этого? «Девятая рота» — известная картина. Достойная работа. Что из-за этого? Портить картину из-за него? Согласен. В общем, вы исключаете, что он вернется? Ну, я... Он иностранный агент. Кстати, надо добавлять теперь всегда, что он иностранный агент. Я с ним в одной стране жить не хочу. Вот это вот. Если он вернется, значит, меня здесь не будет. Круто.